На русском острове заасфальтировали 900 метров проезжей части. Всего здесь появится 2 километра 300 метров ровной дороги. Планово у нас в этом году это привести в нормативное состояние 2,3 километра автомобильной дороги, на участке от Ворошиловской батареи и от Экипажного до остановки КЭТ. На протяжении 900 метров уложено двухслойное асфальтовое покрытие. Подрядчик в настоящее время заканчивает работы на участке от Ворошиловской батареи до Экипажного по формированию земполотна. Перекладываются трубы. После циклона подрядчики начнут асфальтировать второй участок дороги, это порядка 800 метров. Затем начнется благоустройство, а в поселке КЭТ установят новый остановочный павильон. Также в контракте предусмотрена установка барьерного ограждения. Часть барьерного ограждения уже поставлена, будет нанесена разметка и установлены знаки дорожного движения. Также вблизи социальных объектов будут сделаны лежачие полицейские. Такую задачу поставил глава Владивостока Константин Шестаков по просьбе местных жителей. Напомним, асфальтирование дорог на острове стало возможным благодаря инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяка и главы Владивостока Константина Шестакова при поддержке полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.